Эй, друзья, с вами Фикса, и я расскажу вам про новый мод в игре Дайпио под названием Domination. Это соревнование между двумя командами, синими и красными. Изначально на карте существует 4 мощных пушки, урон которых ассоциируется с дестройером 45 уровня. У них есть 3 фазы, желтая, красная и синяя. Желтая означает нейтральная, то есть ее никто не захватил. Красная захватила красная команда, ну а синяя захватила синяя команда. Это, кстати, первая мини-игра в Дипио, где вы можете играть, и сервер закроется. К вам просто придут арена-клоузеры и убьют вас. Чтобы выиграть в этой мини-игре, вам нужно захватить все 4 мощные пушки, которые можете увидеть на вашей мини-карте. Это будет довольно непросто, вам нужно рейдом идти с командой и уничтожать. Плюс этой мини-игры, что очень легко прочесть до 45 левела, и главный минус, она недолго идет. Ну что ж, друзья, я вам все подробно рассказал. Не забудьте поставить лайк, ведь я старался, спасибо огромное. А теперь смотрите таймлапс с музыкой. Играл я за Некромансера. Поехали!